И всем привет, с вами Зоро, и это Лего Сити, полицейский набор. Вот, я вам покажу, как я открываю, вот, и здесь 4 мешка, я решил вам показать, как я открываю. Вот, эта фура 33 сантиметра длиной, вот. Я не всегда так буду делать, вот, я просто решил снять. Значит, этот набор года вроде 2011, вот, вот так выглядит. Вот. Вот 4 мешка. Вот, ну, давайте-ка я раскрою. Значит, ножичком я раскрою. Так, вам видно. Да, хорошо. Так. Так. Сейчас я раскрою. Во. И во. Так, раскрыл. Здесь нет такого, что можно пальцами было протыкать дырки. Поэтому вот так. Значит, вытаскиваю я первый мешочек. И, значит, ой, как сняли. Это, значит, главное первый мешочек. Вот. Дальше. О, это номер третий мешочек. Вот. О, сколько пишет. Так, дальше. Дальше. Это мешочек номер 2. Вот. Много здесь писисов. Так, сейчас я расставлю вот так. Дальше. Номер 4 должен где-то быть. И вот мешочек номер 4. Вот. Класс. Дальше. О, такая писис. Вот. Классно. И получается одна инструкция. А, нет. Так, ох ты, как положили. Так, значит, вот, номер первый, инструкция, вот. Здесь мотоцикл для человечка и красная машинка. Вот, классно. Дальше, мешочек, ой, мешочек, инструкция номер 2. Собирать первую часть фуры. Вот, первый человечек и фура, и... прицеп сам уже. Вот. То есть вот такой набор. Вот. И больше. А, нет, есть еще. Здесь еще есть большой листочек стикерсов. Вот стикерс. Много, очень много здесь красивый. Вот, то есть очень классный набор. Вот. Значит, уже внутри больше ничего нет. Вот такой анбоксинг. И... теперь мне осталось только собрать. Да. Вот коробка. Ну и теперь ждите, пока я все это соберу. Увидимся через секундочку. Ну и вот, я вернулся. И я собрал. Ну давайте все вам покажу. Значит, сначала вам покажу три инструкции. Все в этом наборе три инструкции. Меня это очень порадовало. Вот первая инструкция вот такая. Собираем два человечка, машину и мотоцикл. Вторая инструкция, собираем часть фуры. Вот это перец и человечек. И потом прицеп. Вот. Классный набор. Коробку покажу вам в последнюю очередь. Дальше экстра писисы. Ну, как говорю... а, нет, я лучше не буду в руку брать. Вот, значит, такие вот экстра писисы. Вот. Ну и теперь давайте я покажу мотоцикл. Значит, вот такой мотоцикл. Вытащу сейчас человечка, чтобы потом показать. Вот такой мотоцикл. Вот первый полицейский мотоцикл у меня. Вот. Это уже было нарисовано на конструкторе. Классный мотоцикл. И человечек вот такой. Вот. Сейчас сниму шлем. И вот у него здесь очки. И сзади написано «Полис». Упс, упал. Так, ну давайте я его снова верну на место. Пусть управляет мотоциклом. Так, сейчас, секундочку. Все. Классный мотоцикл. Дальше это машина бандюгана этого. Вора этого. Значит, я покажу вам сейчас золото. Вот такое золото. Значит, вот такой грабитель. Вот. Под номером 50-380.
Вот, простой человечек. И его машина такая красненькая. Вот стикер здесь. Здесь стикер. Вот, классная такая машинка. Я думал, она будет чуть побольше. Потому что на картинке видно, что она будет большая. Но оказалось, она вот такая маленькая. Но это все равно классно, мне понравилось. И открываются здесь дверки. Дверцы вот здесь с двух сторон. Так, сейчас я ставлю на место все. Так. И золото можно положить вот сюда. Так, что она мне не нужна? Ага, все. И теперь покажу фуру. Ну, покажу вам сначала часть этой фуры. Это сейчас отодвину. Так. Сейчас, вот так. Значит, здесь вот человечек сидит. Этот, здесь может сидеть только один человечек. Вот. Значит, здесь стикер police. Здесь вот тоже два стикерса. Вот. Классная фура. Вот, вот эти писицы, мне очень понравилось, как они сделали. Вот, и вот так классно. Здесь открываются двери, сюда можно что-нибудь положить, и здесь открываются двери. Вот, ну еще можно вот здесь открыть, и... Ой, все, выйдет, все, ладно. И покажу вам человечка, значит, вот такой человечек. Вот, классный человечек, мне он очень понравился, и здесь тоже написано police. И вот, раз я все вытащил, то вот, вот так выглядит в кабине здесь. Где он управляет фурой этой полицейской. Блин, все разломал, простите. Сейчас я все восстановлю. Так. Давай, останавливайся. Я зачем-то все вытащил. Так. Вот, это вот первая часть. И вторая часть прицеп. Вот. Значит, сейчас я все закрою. Значит, держится на вот такой подставке. Вот, низ такой, вот колеса. Можно опустить и уже поедет. А вот так можно поставить и все, и будет стоять. Дальше вот здесь крутится, как бы ловит. Это, чтобы посмотреть там телевизор, это, ну, ловит сеть. Вот, классно придумали. Первый раз имеет такую писец. Дальше. Здесь открываются дверцы, и здесь у нас такая штучка, и еще такая, как заборчик такой полицейский, вот. Дальше. Здесь вот тюрьма такая, вот, мне очень понравилось. Вот здесь такие решетки, вот здесь везде стикерс. Верх вот такой, и открываем самое главное. Значит, открываем здесь, здесь, и вот так откроем. И вот такая красота внутри. Здесь много стикерсов было в этом наборе. Вот, это вот телевизор их. Здесь еще наклейки, здесь вот wanted. Здесь их вещи, это лупа, фонарик и наручники. И их здесь два компьютера с стульями. Вот здесь еще кофеварка такая. Классно, они придумали такую кофеварку, мне очень понравилось. Вот, и вот так закрывается, и вверх вот так. То есть, ну, очень классная фура. Сейчас вам покажу коробку. Сейчас я все сделаю, так как нам... И вставляется вот сюда, и вот, вот так. И сейчас вам покажу коробку. Значит, так. Значит, вот такая коробка. Как обычно, масштаб один к одному. Вот набор, я уже говорил вам какой, 33 сантиметра в длину, и здесь такие картинки, вот 4 мешочка, такая картинка, такая, 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 хрень, вот здесь такая картинка, здесь такая, и вот такая, ну и у меня... Там, а, еще в инструкциях хотел кое-что показать. Есть вот такие инструкции. Ой, не инструкции, вот такие коробки. Дальше я вам хотел вот что показать. Я забыл. Значит, вот здесь комикс есть такой. Вот. Я, конечно, рассмотрел так внимательно. Очень интересный. И дальше здесь показывают... Lego City Space набор, у меня два этих есть, хотел еще это, но уже не смог купить. Дальше здесь, ага, здесь еще есть кое-что сейчас.
Так. Дальше вот полис. Полис тема. Я вот имею вот эти. Хотел еще вот эту лодку, но уже не смог тогда. И вот сейчас имею фуру. И здесь тоже space. И все. Ну а в этой инструкции показывает, сколько в самом конце, сколько там было всяких писесов. Вот. То есть, классный набор, мне он очень понравился. Вот. Надеюсь, вам этот набор понравился. Вот здесь много всего есть. Вот, классный набор. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. И на этом все. Всем пока.